Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников Арик Брауэр или Эрих Брауэр. Арик Брауэр – австрийский художник, гравер, поэт, танцор, певец, автор песен, сценограф, архитектор и преподаватель. Из семьи еврейских эмигрантов вырос в Вене при нацистском режиме. Его отец был убит в нацистском концентрационном лагере. Данные из Википедии. После Второй мировой войны с 16 лет учился в Венской академии изящных искусств, а с 1946 начал петь. Брауэр вступил в свободную австрийскую молодежь, организация австрийской коммунистической партии. В 1949 году впервые переехал в Париж, а год спустя совершил поездку по Северной Африке на велосипеде. Много путешествовал, женился в Израиле в 1957 году и поселился в Париже, где вместе со своей женой создал певческий дуэт. С 1963 года жили в Израиле и в Вене. Брауэр был одним из основателей Венской школы фантастического реализма. В Австрии его называли универсальным художником. Он выступал как певец и автор песен. Брауэр много путешествовал по миру. В 1975 году Брауэр разработал декорации и костюмы для постановки оперы Моцарта «Волшебная флейта» в Парижской опере. Преподавал в Венской академии с 1985 по 1997 год. Работы его выставлялись в международных галереях, музеях, особенно в крупных музеях Вены, на графической ретроспективе в Альбертине в 1974 году, в Еврейском музее в Нью-Йорке, ну и так далее. Среди многих наград – австрийский крест почета за заслуги в области науки и искусства, австрийская музыкальная премия за жизненные достижения и орден почета за заслуги перед Австрийской республикой. 24 января 2021 года Брауэр скончался в Вене в возрасте 92 лет, был похоронен на центральном кладбище Вены. Вот так вкратце из Википедии о Арике Брауэре, австрийском художнике, гравёре, поэте, танцоре, певце, авторе песен, сценографе, архитекторе и преподавателе. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.